Добрый день, я Ольга Федоровна, участница кружка «Мастерица» сельского клуба поселка Веселого. Хочу рассказать вам о нашей выставке лоскутного шитья. Выставка называется «Лоскутный май» к празднику весны и труда. Вот мы изготовляем такие вот подушечки на диван, конфетки разного цвета. Вот шили такого петушка на чайник. Это вот детский комплект. Одеялка и подушечка для ребенка. Вот прихваточки в виде варежки. Кругленькие вот такие. И вот разноцветные еще в виде сердечка. Игольницы побольше и поменьше разные. Подушечки детские, разного цвета. Подушечка-котик на диван. Подушечка-сидельная, пуфик из лоскутков. И вот еще сидельная какая, разноцветная подушечка. Вот подушечка с бантиками.